Добрый день, уважаемые коллеги. Я даже не знаю, куда смотреть, туда, на камеру или на вас, но ничего. Значит, еще уже, наверное, в далеком 2016 году вышел приказ 575 о проведении семинара по медицинской профилактике для заместителей главных врачей, ответственных за профилактическую работу и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, руководителей центров здоровья и работников кабинетов отделения медицинской профилактики. Ну, времени уже много прошло, уже... Заходите. Вышли ряд нормативных актов новых, часть из них изменилась. Все новости мы стараемся всегда доводить до вас как можно быстрее. К примеру, вчера вечером к нам поступил новый приказ, касающийся нашей с вами работы. Мы его постарались, я его сегодня постарался переслать в группу большую, кто подписан, главным врачам. Сан Саныч Стюренко вам сегодня про него расскажет, вы его почитаете. Приказ большой, 56 страниц. Как говорится, все расписано, что делать. Ну, работа такая у нас с вами, заниматься профилактикой. Ну, мы с вами раньше достаточно тесно общались, встречались на площадках, в основном в кардиоцентре, но теперь вы увидели, где мы находимся и в каких условиях. Потом мы были, конечно, условия были весьма скромные, среди десятилетия, сейчас у нас... Условия значительно лучше. Спасибо руководству, что оно понимает, что такое профилактика медицинская, что такое общественное здоровье. Ну, из тех времен, когда мы последний раз с вами встречались, это было до пандемии, воды уже много утекло, мы уже новое учреждение с новыми, как говорится, функциями. Мы теперь называемся государственное учреждение здравоохранения, центр общественного здоровья и медицинской профилактики. И у нас много новых отделов. Людей, конечно, у нас не так много стало, так осталось. Но отдел, который занимается непосредственно медицинской профилактикой, он один. Ну, там в составе у нас пока 5 человек. А все остальные занимаются общественным здоровьем. Это внедрение корпоративных программ, муниципальных, стратегия. Значит, у нас появилось новое подразделение, ну, оно относительно новое, оно уже существует у нас почти год. Вчера оно было формализовано, у нас служба 122 появилась. Это служба, которая, вы знаете, ковидная, по неберем звонков, в пике у нас проходило и 7 тысяч, сейчас, конечно, уменьшилось количество, но в случае чего мы можем развернуться, у нас он находится на первом этаже, там, где на территории дирекции. 100 человек у нас операторов. То есть большая служба. Ну, есть еще определенные перспективы. Я немножко расскажу развитие нашей службы. У нас будет телемедицинский центр в составе. Порядка 50 докторов. Будут телемедицинские консультации. Помещение тоже в этом здании будет сейчас, все равно надо вопрос передачи заходить. И вся докторов будут дистанционно консультировать людей, которые выписаны из больницы, находятся по наблюдению в поликлиниках. В основном это будут врачи семейные практики, терапевты. Ну и, соответственно, мы надеемся, что это значительно поможет и снизить нагрузку на поликлинике. Так, вот такая структура есть в Центре медицинской профилактики департамента города Москвы. Там 400 докторов, 4 этажа. Ну, мы поскромнее, конечно, но качеством, я думаю, что мы будем не уступать. Значит, ну что еще? Вы, если обратили внимание, у нас тут музей переехал сюда, в областную больницу, который был. Конечно, все тут новое, все по-другому. Ну, постарались мы, как бы, вот, чтобы и вам было интересно, и по окончанию нашего семинара, я думаю, что вы можете посмотреть, вспомнить тех, кто, как говорится, был у начала здравоохранения,
и советского, и российского на нашей территории, ну и сейчас тоже. Значит, если кто-то из вас не был в комитете здравоохранения, Сан Саныч, покажите, там, за ручку проведите, посмотрите. Картины, галереи, если кто, вы знаете. Да, вот для некоторых это была целая главная боль. Что рисовать, как рисовать, кем рисовать. Но мы постарались, как говорится, все это систематизировать, разместили картины. В общем, своего рода и профилактика теперь вместе с органом управления здравоохранения пошла в искусство, как бы, немножечко. Ну, наше, надо оставлять о себе след. Надо. Это наша с вами работа. Профилактика, она же не только там больного посмотрел, пациента, который к вам пришел, там ему рассказал о вкусной здоровой пище, что вредно курить и выпивать, и, боже упаси, еще там, дай бог, что-то потяжелее. Ну и мы должны с вами, как говорится, светлые мысли в голову носить, тогда и голова будет светлой и умной. Значит, сегодня у нас с вами программа достаточно насыщенная. Значит, вы ее все получили, я не буду лишнее время занимать, но надеюсь, что работа будет плодотворной. Благодарю за внимание. Сан Саныч, пожалуйста. Так, значит, мы с вами не виделись уже несколько лет практически. Значит, почему мы хотели вас увидеть здесь? Значит, обменяться мнениями, поговорить о чем-то. Значит, у нас в прошлом году была комиссия московская из нашего центра. Они проехали несколько медицинских учреждений. Значит, это была больница Фишера, Среднеахтубинская больница, Городищенская больница, 15-я больница скорой медицинской помощи и даже одна участковая, фельдшерский пункт, ну, естественно, центр и так далее. Значит, было сделано ряд замечаний по работе, особенно в медицинских учреждениях. Значит, комиссия эта будет у нас в этом году в июне. Значит, какие учреждения она будет посещать, мы не знаем. Поедет в те же или поедет в новые, или часть тех, или часть новых, мы не знаем. Но, значит, мы должны как-то с вами подготовиться. И за это время, как сказал Алексей Борисович, появилось много новых документов. Значит, сегодня хотел бы я с вами остановиться на каких приказах. Это приказ 1207 по учету и приказ 404, который вышел вместо 124-го, и двух последующих, которые вносили изменения в 124-й, 404-Н. Ну, начнем мы, наверное, с приказа... Ну, я вот еще вчера он сказал вам... Вчера сказал, что вчера, только вот вчера, зарегистрирован в Минюсте приказ 168-Н. Это о порядке наблюдения за диспансерными больными взрослого населения. Чем он отличается от 173-го? Я вот тут сегодня еще буду ссылаться на 173-й, но этот приказ вступает с 1 сентября 2022 года. Значит, здесь в приложениях теперь расписаны все нозологические единицы, которые подлежат диспансерному наблюдению у каждого специалиста. Терапевт, кардиолог, отоларинголог, невролог и так далее, и так далее. Это будет, конечно, уже удобнее. Это все можно смотреть. И определены целевые показатели.
что с хроническими заболеваниями все должны наблюдаться не менее 70% на третий день после установления диагноза. А лица старше трудоспособного возраста 90% целевой показатель. Значит, это вот основное то, что основное вы так познакомитесь с ним. До 1 сентября мы с вами его еще успеем разобрать. Теперь давай, кто возьми вопросы. Сначала. Значит, мы поговорим о диспансеризации и о профосмотрах. Ну, то, что в статье 46 федерального закона от 11 года 323 определены диспансеризация и медицинские осмотры. Законодательно, вы сами понимаете, 323. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимых в целях оценки состояния здоровья, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения СЛЕИК в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Какие виды медицинских осмотров вы это все знаете, я вам рассказывать не буду. С 21 года, с февраля месяца, медицинские организации нашей области проводят профилактические осмотры диспансеризации по новому порядку. Новый порядок определен приказом 404-Н. Он содержит нововведения, основанные на современных достижениях науки, скрининг обследования населения и накопленном большом опыте проведения диспансеризации в нашей стране. Но скрининг у нас есть инструментальный, да, который мы определяем. А часть скрининг – это анкетирование. Стрелочки. Организация профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, вы это тоже уже все знаете, значит, требуют до сих пор у нас, есть графы, где определяют, требуется вечерние часы и в субботу. Значит, все медицинские учреждения, но особенно города, я вас... Если в Николаевке там последний автобус уходит в 3 часа дня, то там в вечерние часы трудно проводить диспансеризацию, профилактический осмотр. А уж в городе все это должно быть в вечерние часы и в субботу. Теперь приказ 12.07. Все его видели? Или не все? Значит, об утверждении учетной формы медицинской документации 131У, карта учета профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, там надо подчеркнуть, и 131О. Но 131О нас не касается, там занимается МИАЦ и так далее. А 131У, значит, вы ее, понимаете, она 131 и была по 87-му Н приказу, который отменен теперь. Значит, а это 131У называется карта учета профилактического медицинского осмотра диспансеризации. Учетная форма 131У. Я вам хотел бы ее показать, чтобы вы хоть как-то... Сейчас мы ее посмотрим. А потом разберем, что особенно касается нас. О, нет, прошу, побежали. Нет, вот она. Карта учета медицинского профилактического осмотра. Учетная форма 131У, утвержденная приказом Министерства от 2020 года, 12.07. Мы должны были уже по ней работать с февраля 2021 года. Но
Но уже все сделали. Значит, мы выехали пока в два учреждения в городе. Ну, я не буду сейчас называть, у кого что было. Но с формой 131У пока еще не все работают с новой. Значит, возьмите ее, распечатайте ее и работайте по ней. Потому что она несколько отличается от той формы, которая была по форме 87М по приказу. Значит, эта форма следует нам обратить внимание нам, именно нам. Вот смотрите, идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нас это вроде бы как не очень касается. Все это вы записываете, это все понятно. Дальше идем. Двенадцатая штучка, да? Значит, в пункте 12 сведения о проведенных приемах нас интересует строка 18. Строка 18. 18 строка. Краткое индивидуальное профилактическое консультирование с 18 лет и старше. Это раз. Значит, все, что касается этого консультирования, я вам сейчас расскажу. Потом, дальше, чтобы нам не перебегать туда-сюда, теперь, значит, пункт 14. 14. Компьютерная томография, осмотр. Дальше. Индивидуальное групповое профилактическое консультирование. Да? И здесь 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. Вот это все касается нас. Так, теперь мы это убираем. Вы познакомились, и она до конца, значит, так, заканчивается она так же. Тут и отягоченная наследственность, и высокий сердечно-сосудистый риск, и заболевания все. И заканчивается, что вы определяете группы здоровья, первая, вторая, третья, А, третья, Б. Только она чуть побольше, и все в подробностях вы должны ее заполнять. Все. Убираем и возвращаемся на старую. Вот, так, так, так. Да, дальше. Все. Угу. Давайте дальше. Значит, все, все, все. Сейчас. Все. Ну. Значит, виды консультирования. Индивидуальное или групповое, это углубленное консультирование. А где у нас? Не углубленное. Углубленное или групповое консультирование продолжительностью 25-30 минут, да? Значит, мы должны начинать с вами с краткого индивидуального профилактического консультирования. Краткое индивидуальное профилактическое консультирование для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Продолжительность его 5-7 минут. Значит, оно проводится в центре, в нашем кабинете медицинской профилактики, отделении медицинской профилактики, и может проводиться врачом-терапевтом. Это единственное консультирование, которое разрешает врачу-терапевту. Все остальные консультирования идут через отделение медицинской профилактики или кабинет медицинской профилактики. На первом этапе один раз в 3 года. Для кого? Значит, для граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года. Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет. Один раз в год, и для граждан старше трудоспособного возраста, старше 65 лет, тоже один раз в год. Краткое индивидуальное профилактическое консультирование. Краткое индивидуальное профилактическое консультирование проводится в рамках профосмотра.
При выявлении одного или нескольких факторов риска пациенту разъясняется информация о их уровне, влиянии на суммарный сердечно-сосудистый риск, возможных последствий, эффективных способов профилактики и медицинских подразделениях, где пациент может получить квалифицированную помощь при коррекции факторов риска. Устные советы хорошо подкреплять специально подготовленными брошюрами и памятками. Ну, где взять брошюры и памятки, мы сейчас не можем... Не можем вас обеспечить этим, потому как с финансированием сложно. Но можно брать это все из сайта и распечатать. Пусть это будет в черно-белом формате. Ну, что теперь сделаешь? Ну, кто подлежит краткому индивидуальному консультированию, я вам уже сказал. Теперь... Вот это еще. А? Вот это еще. Да. Да. Значит, теперь по пункту 14. Строка 13. Это краткое индивидуальное консультирование. Пункт. А нам надо с вами... Пункт 14, если вы... На втором этапе диспансеризации, да? Это мы все говорили с вами про первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр. Это вы поняли, да? Понятно это? Понятно все, я думаю, что все знают. Так, теперь по второму этапу. Диспансеризации. Индивидуальное или групповое углубленное консультирование. Целевые группы какие? Выявленные ИБС... Хроническая ишемия нижних конечностей, атеросклеротического генеза или болезнями характеризуется повышенным кровяным давлением. В отделении медицинской профилактики. Второй этап в рамках медицинского осмотра. С выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя или потребления наркотических средств без назначения врача. Второй этап диспансеризации. И для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и профилактики старческой астении. Это консультирование продолжается у нас 25-30 минут. Если знаете, что по тем приказам мы его проводили до 60 минут, да? И называли как школой при диспансеризации. Значит, кто подлежит? Все мы с вами проговорили уже. С выявленным результатом анкетирования. Особенности каждого вида профилактического консультирования является обязательное соблюдение принципов эффективного профилактического консультирования. Значит, что входит сюда? Мы с вами разбирали, помните, подробненько. Это информировать больного, обучать его и мотивировать к выполнению всех этих рекомендаций. Для повышения результативности дополнить устные рекомендации врача письменными, для чего могут быть использованы памятки, опять же, разработанные нашим центральным институтом, нашим центром, который расположен на сайте. Вам всем доступно это, у каждого есть они. В полной мере реализовать все ключевые принципы эффективного профилактического консультирования возможно при проведении углубленного профилактического консультирования. И обратить внимание на правильность определения группы здоровья при проведении профилактического медицинского осмотра. Значит, какая особенность и какая просьба к вам? Все виды консультирования углубленного вы должны... вести отдельный учет, потому что вы должны это в 131 форме отразить потом количество проведенных углубленных консультирований групповых, индивидуальных. Значит, должен быть заведен журнал. Ну вот мы побывали в двух учреждениях, к нашему удивлению, счастью, и так далее. Журналы такие есть. Да,
ковид выбил из колеи немножечко, там не все записано, может быть, где-то какие-то пропуски есть, но журналы эти есть, это уже хорошо. Вот теперь, значит, вот эта приезжающая комиссия, не первая, и до этого, и даже наши выезды показывают, что с группами здоровья мы никак не дружим. Совершенно. Группы здоровья у нас определяют терапевты. Терапевты на наших семинарах не бывают, за редким исключением. А вы с ними не занимаетесь. И заместители, которые отвечают за профилактическую работу, тоже с ними не занимаются. И группы здоровья так по-прежнему у нас определяются неправильно. Совершенно неправильно. Значит, чтобы, ну это я написал, что продолжает оставаться много ошибок, связанных с определением групп, считаю необходимым напомнить алгоритм определения групп здоровья для взрослого населения и алгоритм действий при них. Значит, чтобы правильно определять группу здоровья, сначала надо знать, что относится к хроническим неинфекционным заболеваниям. К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся четыре группы. Четыре группы. Значит, это БСК, болезни системы кровообращения, первая группа большая. Вторая, злокачественные новообразования. Но злокачественное образование не все, да, потому что злокачественное образование желудка, почки мы профилактировать нам сложно. Значит, это связано с нездоровым образом жизни. Это онкологический скрининг, является рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, рак кожи и так далее, да, на который мы можем воздействовать и каким-то образом помогать. Дальше это две группы. Значит, БСК, онкология, дальше сахарный диабет и третье – хронические болезни легких, ХОБЛ. Указанные болезни обуславливают 75% всей инвалидности и смертности населения нашей страны. Эти болезни имеют общую структуру факторов риска их развития, причем большинство из них поддаются коррекции. Ну, вы знаете, что пол, возраст, наследственность не поддается коррекции, да? А остальные – они в основном поддаются какой-то коррекции. При большом желании медицинских работников и пациентов, тогда можно будет их как-то диспансеризировать. Но вот пока мы не перешли к группам здоровья, я хотел вот вопросы вот такие, чтобы вы мне сейчас, ну, кто хочет, отвечает, кто не хочет. В первой группе здоровья больные есть у нас? А? Да, есть. Есть. Какие? Не стоят на учете. Не стоят на учете. Ближайшие пока на учете. Средства средств меньше 5%. Так. Сейчас мы... После специалистов на учете не стоят. Так, из каких групп здоровья терапевт формирует диспансерную группу? Три А, третья Б и вторая, да, кто-то сказал. Со второй мы что берем для терапевта? Холестерин. Из второй группы мы берем гиперхолестеринемию более 8 ммоль на литр. Вот что мы берем туда, да? Ожирение остается во второй группе для вас. Курение больше 20 сигарет остается для вас. Алкоголь, злоупотребление больше литра в час для вас остается, диспансеризируете. Кто осуществляет диспансерное наблюдение за второй группой здоровья? Мы все за второй группой здоровья, кроме холестерина, больше 8 ммоль на литр, который мы сразу передаем терапевтам. Все остальное диспансеризируется нами, с вами.
Теперь, ну вот я хотел про 173-й приказ. Знаете вы его? Все знают? Не все знают. 173-й приказ – это вот был, который до сегодняшнего приказа о диспансерном наблюдении. Я про него теперь рассказывать не буду, потому что он ни мне не нравился, никому, потому что там было так. Кто хочет, тот и набирает себе диспансерную группу. Как хочет и определяет, сколько раз смотреть, сколько это. Значит, в 168-м Н вот это все теперь расписано. Теперь уже никуда никто не прыгает. Есть хронический гастрит, есть язвенная болезнь желудка. Вот столько-то раз смотреть, вот столько-то так далее, так далее, так далее. Теперь вот скажите мне, вот в первой группе могут быть хронические неинфекционные заболевания? Кто что сказал, не слышал? Нет. Почему в первой группе, которая не подлежит диспансерному? Значит, вот исходя из того, что сейчас написано в 168 приказе, вот мы взяли диспансерную группу хронические неинфекционные заболевания у людей до 65 лет и говорят 70% целевой показатель. А 30% значит могут быть не взяты на диспансерный учет. И тогда куда они у вас уйдут? В первую группу. Значит, в первой группе у вас может быть человек с 5 диагнозами. Но у него будет, не будет высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска и не будет высокого относительного сердечно-сосудистого риска. Значит, там будут диагнозы, не взятые на диспансерный учет, со средним и низким относительным сердечно-сосудистым риском. Вот это будет у вас первая группа. Теперь скажите мне, по количественному составу, какая из групп наиболее, самая маленькая? Вторая. Все правильно, вторая группа. Вторая группа. Все, вот мы так, значит, определились, что в первой группе у нас масса будет больных людей. Со всякими диагнозами, со всякими различными диагнозами, но не взятые на диспансерный учет. Теперь по строгим показаниям 168. Если мы по 173-му могли так волюнтаристски определять, взять, не взять, то теперь по 168-му приказу мы их должны обязательно взять. Но можем взять 70%. И даже старше 65 лет 90%. Значит, есть какой-то разбег у нас для того, кто останется в первой группе. Группу здоровья для терапевта понятно, что мы берем в основная третья А. Это будут вот эти четыре группы. А потом будет третья Б. Это если будет язвенная болезнь желудка, куда вы ее отнесете? Третью Б, правильно. Третью Б. Третий А пойдут только хнизы, четыре группы, сахарный диабет, злокачественный ХОБЛ и БСК, а пищеварение там, и так далее, все пойдет в третью Б. И терапевт их будет наблюдать там. И в третьей Б будут остальные все узкие специалисты, да? Да. Значит, как это формулируется? Первая группа. Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются при низком и среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске, которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. Лицам с высоким относительно сердечно-сосудистым риском в отделении проводится индивидуальное профилактическое консультирование. Но мы об этом с вами говорили. Ну, теперь вот понятно первая группа. Вот вы знаете, я в одном из районов проводил, попросил терапевтов привести. Пришло 3 или 4 терапевта. Вот уже возраст уже такой серьезный. Они когда послушали все, одна из них говорит, вон как оказывается, надо их определять. Вот, значит, я вас призываю к чему? Что терапевтов надо учить. Терапевтам надо все это втолковать и рассказать, потому что они вам делают
Но они вам делают и вторую группу, кстати. Вот, а она вам не очень, в общем-то, нужна, потому что вас теперь будут требовать вторую группу диспансеризировать точно так, как терапевты третью, А, третью, Б и так далее. Так вы будете заниматься со своими пациентами по второй группе, будете вести 30-ю контрольную, будете вызывать их когда, чего, куда, и будете определять эффективность. Диспансеризация, эффективность диспансеризации определяется по массе, и сколько скорую вызываете, смертность уменьшилась, и больничные листы уменьшились, и прочее, прочее. Ну, ряд целых показателей, по которым определяется эффективность диспансеризации. Значит, она вам, в общем-то, не очень так уж нужна в большом количестве. Вторая группа здоровья, граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска при высоком или очень высоком абсолютно сердечно-сосудистом риске. Вот это самое главное отличие второй группы. Высокий или очень высокий абсолютно сердечно-сосудистый риск. А когда, у кого он определяется? Абсолютный сердечно-сосудистый риск. Старше 40 лет. Абсолютно сердечно-сосудистый риск определяется с 40 до 64 лет. Значит, у вас здесь будут люди, вот кроме курящих и ожирения, значит, у вас будут все тут молодые люди. Да? Молодых людей не будет у вас. Они будут только с курением, а все остальные у вас будут свыше 40 лет. А свыше 40 лет, как правило, уже... Да, уже поэтому у вас по второй группе должно быть, ну, не очень много, так, я даже говорю, ну, то, еще он транслирован где-нибудь совсем мало, вот, но немного должно быть диспансерной группы, мы сейчас поговорим об этом. Так, понятно по второй группе, да? По первой понятно, что там это не только здоровые люди, не только. Там масса диагнозов может быть у одного и того же человека, но они не взяты на диспансерный учет. Вторая группа, отличительная черта, высокий или очень высокий абсолютно сердечно-сосудистый риск. Вот эти вот курения там и так далее, ну это такое дело. Вы по анкете там посмотрели, так, не так, не знаю, так, не так и так далее. С ожирением я сам до сих пор не понимаю, что это такое, потому что его иногда употребляют как фактор риска, а иногда как заболевание. Но вообще-то Е66 – это заболевание. До 21 года его почему-то в факторах риска не было, а сейчас в факторах риска появилось. Ну, ожирение, это бывает первой степени, второй, третий, четвертый. Нет, не совсем так. Значит, ожирение идет, когда свыше 30. Индекс массы тела 25 – это уже ожирение. Нет, 25 – это избыточная масса тела. Это все понятно. Избыточная масса тела. Поэтому по избыточной массе тела, пожалуйста, свыше 30 вы должны ставить Е66. Да. Все. Значит, это уже болячка. Так? Да. Значит, мы с Еленой Николаевной, вот, кстати, сидит Елена Николаевна у нас сзади, Поликарпова, заведующая отделением организации профилактической помощи. Будьте любить и жаловать. Приподнимитесь, Елена Николаевна, чтобы вас видели. Значит, мы вот разбирали, а получается так, что Е66 в 131 форме по факторам риска очень резко отличается от Е166 по заболеваниям в одной и той же 131 форме. Таблица 4000-ная и таблица 5000-ная. И там Е66, и там. Но тут мало, а там много. Поэтому, значит, с ожирением там будете так осторожно работать. Дальше. Ну, третья, я думаю, что самая простая группа, да? Самая простая. Хронические неинфекционные заболевания, требующие 4 группы. Повторяю.
БСК, сахарный диабет, злокачественные хопулки. Все, вот это вся третья группа, третья А. Вот что с ней делать, все понятно. Третья Б. Теперь тоже все понятно с ней. Значит, тоже все то, что диспансерная группа. Значит, единственное, что здесь надо запомнить, что если вы выставили два диагноза или три диагноза, и если там есть третий А, есть третий Б, один или два диагноза, то вы его переносите в третью А. А рекомендации специалистов вы выполняете, которые сделали в третьей Б группе. Понятно, да? Что по этому самому. Значит, очень хотелось бы, чтобы вы вот это вот, ну, мы это, наверное, повесим и на сайт, и там где-то это будет. Еще можем даже разослать вам вот эти вот всю ерунду. И, ну, понимаете, вот я толкую про это, ну, 17-й год. Вот 17-й год про эти группы мы толкуем, и никак, мы никак не можем определить их в поликлиниках правильно. Ну, никак, ну, не получается у нас и все. И чего-то мы не занимаемся, особенно в этом... В сельской местности, я понимаю, что там терапевты, там и личное хозяйство, и то-то, и не очень, когда им разбираться некогда. Но вы должны их, проводите вы врачебные конференции, проводите, сестры, ну, для среднего медработника конференции, да? Пожалуйста, вот включайте это темы, и, ну, вот разжевать надо, один раз разжевать, чтобы люди поняли, и они тогда будут вам все это дело делать. А так вы будете долго-долго с ними мучиться, и вряд ли что получится. Значит, имейте в виду. Дальше. Вот эта форма, которую мы с вами вначале посмотрели, 131У, по этому же приказу она должна быть подшита в форму 25. Я знаю, что это вам сложно сделать, потому что у вас есть еще... проверяющие из фонда, да? И вы делаете отдельные карточки на диспансеризацию и на профилактические осмотры. Ну, что хотите, делайте, но приказ выполнять надо. Сейчас приедут и будут смотреть у вас карточки амбулаторные. Если там не будет этой формы, значит, у вас не будет защита на, как они пишут, не соответствует. Вот это, то-то, то-то, вот это, они прислали нам отчет за посещение на 260 листов. Они расписали все, и против каждой манипуляции, да, написано, соответствует, не соответствует, не соответствует, не соответствует, не соответствует. А потом за это надо отвечать 8 раз, сколько там. А теперь приедут, еще посмотрят, как мы отвечали, правду мы писали или неправду писали, есть ли у нас или нет ли у нас такие дела. А они у нас, я вам сейчас расскажу, переведи на эту, на аналитическую справку. Вот вы знаете, мы занимаемся сейчас диспансеризацией, профилактическими осмотрами, занимаемся углубленной диспансеризацией, да? Все мы углубленная, но москвичи говорят углубленная. Значит, будет углубленная диспансеризация. Вот шеф попросил меня сделать анализ за первый квартал. Что мы сделали по диспансеризации? Значит, план проведения диспансеризации определенных групп зоны был определен на 22 год в количестве 620 247 человек. Выполнено 79 910, 12,9% за квартал. Сейчас там где-то 16 у нас на последнюю неделю, где-то 16. Но я вам привожу цифры за первый. Невыполнение плана произошло за счет Иловлинской, Новоаннинской, Октябрьской, Серафимовичской, Ольховской муниципальной больницы. Процент выполнения до 4.
Некоторых есть, честно говоря, ноль. Вообще ничего не выполнили. Профилактические медицинские осмотры выполнены за квартал 11, сейчас 14, да? У нас, по-моему. Распределение по группам. Вот первая группа. 32% в среднем по области. И данный процент колеблется. Вот смотрите, по первой группе 2,8% в Николаевке и 66,8% в городской поликлинике 5-й Волжского. Вот средняя получилась нормальная цифра, но она сложилась от 2,8% до 67%. Вы представляете, вот как группу, ну вот, что может комиссия сказать, приедут посмотреть, да? Вот в какую-то больницу попадут, ну, в общем-то, цифры, как вот, ну, не знаю даже, как их объяснить можно. Это значит, что мы не работаем с вами, а вы не работаете со своими терапевтами. Совершенно. Потому что, ну, 2,7. Ни та цифра нехорошая, ни другая нехорошая. А как надо? Неправильно. А вот средняя, она получилась вроде бы как более-менее нормально. Да. Вторая группа. 6,3 по области получилось. По области 6,3. Нормально получилось. Нормально. Но. В Ольховке 0. Второй группы. Вообще. А в Новоаннинской 59,1. Больше половины всех пациентов ушло во вторую группу. Ну как это может быть? Вот скажите мне, а? Может, у них высокий сердечно-сосудистый риск. У всех. И нет диагноза ни одного. Все после 40 лет без диагноза, до 64, у всех высокий, и ни одного нет диагноза. Значит, цифры вот, ну, до того вызывают, ну, недоумение, что ли, что центр совсем не работает, вы со своими не работаете, а мы, ну вот они приедут к нам, конечно, нам будет замечание, что, ну, как так может быть? Но дело в том, что мы как средняя, рассказал бы анекдот, но неприличный. Что такое в среднем? Ну, это же в среднем. 6,3 вторая группа. Я говорю, это нормально. Нормально. Если бы оно колебалось от 2 до 8 там, и так далее, ну, тогда понятно. Можно было на высокий сердечно-сосудистый риск, можно было на что хотите там это все бросить. Так, третья группа. В общем, цифра абсолютная 61,7%. Данный процент колеблется от 38,1% в Новоаннинской до 95,3% в Узгородской больнице номер 2 Волжского. Ну вот скажите, как может быть 95% хронических неинфекционных заболеваний? Ну, все с хроническими неинфекционными заболеваниями. Ну, вот, население, вот голова есть у людей или нет? Может быть, пожилое население. Ничего не может быть. Абсолютно ничего не может быть, чтобы 100% были с хроническими неинфекционными заболеваниями. А? Ну, что не говорите. Зачем вы говорите не то, что надо? Не бывает, не может быть ни в стране, ни в Горьковской области, то бишь в Нижегородской. А сколько надо процентов? Сколько надо? Нет, ну не надо, я говорю цель. Вот если 61% в среднем по области получилось, может это, да, действительно соответствует. Половина, да, это может быть. 50% это большая часть, если 75%. Вот, поэтому, значит, вот число граждан, направленных на второй этап, 16% направили, выловили, и 31% направили в 15-й больнице скорой помощи. Ну, тут колебания, я вам скажу,
более-менее можно объяснить, как вы объясняете. Может у них вот то, может у них вот то. Тут может быть. Ну, а закончили второй этап. Вот в Октябрьской больнице закончили второй этап ноль. Никто не пошел на второй этап. А в Средней Ахтубе 100% закончили второй этап. Вот, понимаете, 100% всегда вызывает небольшую эту... Вопросик такой вот. Ну, что вот взяли и все 100% прошли второй этап. Ну, бывает? Нет, не бывает. Теоретически. Вот так. Не бывает. Значит, я вам... Так, дальше. Ну, избыточная масса тела 23%, нерациональное питание 13,8%. Ну, ожирение я уже не брал. Ну, вот питается 13 только процентов нерационально, а избыточная масса тела 23%. А если сюда прибавить еще ожирение, то... приходит вывод, что тут не от питания зависит, а от чего-то другого зависит, да? Ну да, 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 да. Ну, выявлено, так, вот выявлено заболевание, тут более-менее, вот смотрите, органы кровообращения 56,6, органы пищеварения 8,3, злокачественных 1,7. По группам здоровья после профосмотров, ну, я не брал уже по больницам, а так, в общем-то, получилось. Первая группа очень много, 71, вторая группа нормально получилась, 3,1, третья, ну, в первую группу ушло много, поэтому в третьей группе 25,3 после профосмотров. Ну, профосмотры это может быть, наверное, да? Потому что профосмотры, это идут там много здоровых людей и так далее, может быть. Вот такой анализ. Значит, вот я хотел бы опять обратить внимание, что вот с группами здоровья мы не дружим пока никак. Совершенно никак. Значит, 131-ю форму, пожалуйста, заполняйте и проверяйте. Вы вот сейчас, вот она сходится к вам. Вы должны смотреть группы здоровья. Группы здоровья. А потом, вы понимаете, вот я вам говорил, что мы определяем экспресс-диагностика у нас и так далее. Там где-то мы сделали ЭКГ, это мы сразу определили, померили внутриглазное давление, сразу определили. А вот когда смотрим анкеты, многие вещи же, да, можно взять только из анкет, начиная с курения, алкоголя там, и так далее, и так далее. Но вот я читаю анкеты, что он поднимается на ступеньку, на 3 ступеньки и задыхается. Читаю заключение терапевта, он на эту анкету не смотрел. Пишет, что он здоров. Человек говорит, что он мучится, встает 5 раз за ночь. В описании терапевта ни слова об этом. И в карточках анкеты так хорошо завернуты, что, ну, видно, что их никто не разворачивал просто. Они как-то там под анализы подсунуты, вот так и так далее. Ну, раз уже мы проводим экспресс, и экспресс, много экспресса у нас в анкетах, ну, на них же надо смотреть. Понимаете, а то тогда, вот, когда разворачиваешь анкету, смотришь жалобы и смотришь заключение, и это... Но ничего не получается, вот совершенно ничего не получается. 131-й формы, расшибайтесь, делайте копии, делайте не знаю чего, но они в 25-й форме. Диспансеризация и профосмотры проводятся не для фонда, фонд оплачивает, я понимаю. А они проводятся для больного, да? И если вам придет через 4 месяца бабушка и скажет вот так и так, а вы говорите, а они потом пойдут к нам, мы им... никто никуда не пойдет. И никакую эту форму у вас не возьмет.
И эта бабушка, что она проходила диспансеризацию, что не проходила. Она придет на следующий прием, и этих анализов и всего ничего никто не найдет и искать не будет. Значит, она должна быть результаты. Вот эта карта должна быть в 25-й форме. Написано в приказе, выполняйте приказ. А как вы будете это делать? Копировать, дубликаты делать? Не знаю я как. Бумаги мало, там, все, что хотите, мало. Показывайте фонду карточки 25-е. Пусть смотрят 25-е. Между прочим, в некоторых больницах, я встречал, что они говорят, а у нас ничего страшного, приезжает фонд, мы им отбираем 25-й форму, смотрят 25-й форму. Я понимаю, что удобно, когда вот стоят карточки, вот они, и удобно посмотрели и пошли. Там штраф наложили на вас, не наложили. Да, они ездят, да, вот. Две карточки. Так что, но по приказу министра, ну и вообще по рассуждению, ну для больного это должно быть, значит для больного надо его делать. Ну вот, 168 сегодня не будем, потому что у нас будет время, мы соберемся, его обсудим как следует. И углубленку сегодня не будем, потому что, так Алексей Борисович просил, чтобы показать вам еще музей, да еще и в комитет сводить. Ну вот сейчас я попрошу наших сотрудников, и они вас проведут, кто хочет, понятно, насильно. Если есть вопросы, пожалуйста. А вы флешечку? Давайте. А? На флешечку или на сайте? На флешечку? На сайте. Сможешь на флешечку? Все пришлем всем. Да. И расшлите. А вот, смотрите, вы... Тихо, только тихо. Какой процент распределяется? Первая группа процент, допустим, выявленных отклонений. Вторая группа, третья А, вы сказали 60, 50, 60, а третья Б, какой процент? Значит, вот таких целевых показателей нет. По распределению групп здоровья нет. Значит, вот по диспансеризации есть целевые, а тут есть средние. Мы ориентируемся на средние по России, на средние по области. Средние по области я вам сказал. А целевых показателей по группам нет. Да. Углублено, вот это только по группам здоровья вопрос. По рекомендации Драбкиной, которые давали по группам здоровья, то есть сами после перенесенного ковида, там первой группы вообще нет здоровья. Там вторая, 3А, 3Б. Нет, там 2, 3Б, 2, 3А, 2, 3Б, да. А первой группы нет. Но она имеет в виду. Какую-то углубленку мы будем рассматривать, я вам расскажу. Она имеет в виду, что там первой группы быть просто не может, да? Потому что ковид, раз перенес человек ковид, он уже должен быть под наблюдением и так далее. Поэтому там первой группы нет совсем. Да, у нас уже второй группы будет много. А? Второй группы будет много тогда, получается, то есть многие принесли. Ладно, у кого есть запрос еще гипертонии, диабет, понятно, Ну давайте про углубленку, она у меня есть тут, мы будем сейчас это самое. Не знаю, мы оставляли и Гоголь, и второй билет, делал замечание, что первую группу быть не должно. Там будет группа для диспансерного наблюдения. Вы послушайте меня, значит, это будут группы для диспансерного наблюдения. Не группы здоровья, а группы для диспансерного наблюдения будут. Ну, мы все разберем подробно. Там же в основном, что с ними делать надо. В основном, что с ними делать. Алгоритм действий последующий. Еще вопросы? Нет вопросов? Нет. Кто хочет пройти по музею и так далее, Елена Николаевна, организуйте. Да, пожалуйста. Все, до свидания. Спасибо за то, что вы пришли. Я думаю, что вы не так недовольны.